Так, вот будем менять розетку. Замена розетки. Самые внимательные наши зрители, может, и вспомнят эту розетку, которая у нас отсюда вывалилась когда-то. А дополнительно здесь все оно сделано было неправильно. В том плане, что сама розетка вставлена, находится, как вы видите, в пластике. Вот тут пластик обшит пластиком. И просто он там стоит здесь, ага. Вот оно как закреплено. Оно закреплено боковыми саморезами. Один саморез. Заизолируем. Так, снимаем провода. Они у нас тут под напряжением, конечно. Теперь достаем вот это. Так, и вот что оно получилось, когда он стоял. Оно его просто раздавило. Поэтому, чтобы оно такого не было, мы будем крепить его таким образом. На крепления, которые предусмотрены на нем же. Вот. В этом случае вот эти вот крепления снимаются. Усики вот эти вот. Они убираются. А крепиться она будет на вот эти вот шурупики. Вот таким образом. Вот у нас здесь, а вот с этой стороны профиль стоит, вот он сразу, и вот так же само аналогично сверху он стоит. И мы сейчас будем пытаться вот этими креплениями зацепиться за него, чтобы оно у нас там стояло.
после этого у нас сюда вот его провернем. Видно? Вот сверху я покажу. Не, ну вот отсюда вот снимаю. Вот если видно. Ну, вот это вот можно убрать. Уберу, чтобы показать, что я делаю. Я беру вот этот болтик вниз придавливаю, чтобы он опустился. Потому что он у нас так вот стоит. Воскрепление ниже опустилось и зацепило. Я таким образом его опустил и подтягиваю. И вот. И вот оно у нас вот зацепился. Ура, получилось. Получилось. Теперь у нас остается только провода вставить сюда. Второй открою. Так, сейчас найдем кусочки. Нашли второй убежавший. Ну вот, вот и все. Делайте правильно, старайтесь подключать правильно.
чтобы у вас все было хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Смотрите. У нас будет много чего интересного еще. Делитесь с друзьями. Будьте аккуратными. Спасибо. До свидания.